Genshin Drop – самый лучший сайт с прямодемными и лунами. Все выводы происходят через KudaShop, официального партнера Genshin'а, с тебя UID, с них прямодемы. Выводы моментальные, ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся, ссылочка где? В описании. Как ты знаешь, версия 3.8 выходит уже 5 июля, и там нас встретят новые баннеры, в первой половине которых нас будет ждать Гли и долгожданная всеми игроками Эола. А также четырехзвездочные персонажи, такие как Рейзер, Тома и Мика. Более подробнее я о них рассказал в предыдущих роликах. В оружейном же баннере нас ждет два сигнатурных оружия. У Кли это молитва святым ветрам и двуручный меч песни разбитых сосен. Также новые промокоды должны выйти в день обновления 3.8. Это, как я уже сказал, будет 5 июля. А чтобы их не пропустить и успеть ввести одним из первых, вступай в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Также, если еще поговорить про халяву, мы сможем с вами получить стим на Кею. Выглядит он прекрасно, и в одном из следующих событий мы его сможем получить. А скин на Кли, увы, но будет платным. Так что если ты очень любишь этого персонажа, можешь задонатить. Он будет стоить 1350 кристаллов сотворения. Ну и также, в день обновления нас будет ждать на почте компенсация, где нам дадут 600 приводемов. Что много ни мало, но сумма приятненькая.